Евангелие Луки, 8 глава, 17-18 стих. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь». Проповедь моя сегодня называется «Невидимые барьеры». Господь Иисус рассуждает здесь, в этом отрывке, что однажды невидимое становится видимым. И как это происходит? Это не то, что есть невидимые ангелы, и они однажды становятся видимыми для тебя. Здесь Христос говорит о том, что есть определенные процессы в невидимом мире, которые не сразу очевидны. Но их плод, их результат однажды обязательно проявится. Это как в хорошем, это точно так же и в плохом. Поэтому, когда Господь говорит, что наблюдайте, как вы слушаете, здесь имеется в виду не просто аудитория, спикер и как вы слушаете проповедь. Здесь, наверное, более глубокое и более широкое обращение. Мы должны наблюдать за собой, а вообще мы слышим те ситуации, которые происходят в нашей жизни. Слышим ли мы обстоятельства нашей жизни? Когда что-то становится явным, когда что-то становится очевидным, мы способны слушать. Потому что если мы не способны услышать, то тогда есть вероятность того, что мы потеряем что-либо. Даже то, что думали иметь. Вот то, о чем говорит Христос, и когда я писал анонс к этой проповеди, я говорил о том, что иногда мы проходим какие-то вопросы жизни легко, а с некоторыми вопросами мы как будто упираемся в невидимый барьер. И мы не понимаем, что происходит. Я хочу, чтобы сегодня мы учились слышать обстоятельства жизни. Пророческое служение, которое мы видим через Библию, которое преподается нам через Библию, оно всегда было направлено на вскрытие причин. То есть, когда пророки что-либо говорили, они открывали невидимое, но они открывали невидимое для того, чтобы мы разобрались с видимым. Они не просто открывали невидимое, чтобы мы повосхищались, поужасались, или какие-то другие эмоции приобрели. Пророческое служение – это глубокий анализ взаимодействия видимого и невидимого. Они как бы показывают нам вот эту нервную систему, почему какие-либо решения происходят, а почему какие-то решения не происходят. Очень яркие примеры в книге Малахии, Агея, Исаии, в других. Всегда, когда Бог через своих пророков обращался к народу, в том числе к Израилю и через Израиль ко всему миру, и мы уже видим дальше это и в Евангелиях, пророческие молитвы, и книга Откровения, это самая, наверное, сегодня изучаемая великая книга, которая еще не совершилась до конца. Когда эти пророки обращались к людям, они отвечали на их вопросы. Давайте вспомним книгу пророка Исаии. Бог говорит через пророка Исаию: «Вы спрашиваете меня, почему мы постимся, а ты не видишь? Почему мы смиряемся, почему мы молимся?» То есть Бог говорит: «Я слышу ваш вопрос. Вы столкнулись с видимым определенным обстоятельством и понимаете, что в этом видимом обстоятельстве есть какой-то невидимый барьер. То есть вы хотите ко мне приблизиться, а приблизиться ко мне не можете, у вас есть вопрос, я отвечаю вам на вопрос». Я своими словами говорю то, что Бог говорит через пророка Исаию. И пророк Исаия начинает разъяснять израильскому народу, по какой причине их посты, их молитвы, их смирение неэффективны. Я думаю, нам это тоже интересно. Когда ты проводишь время в постах, в молитвах, но нет эффективности –
Ну, мы должны задумываться, мы должны задавать Господу вопросы. И пророческое служение не только индивидуальное, когда к тебе подошел человек и что-то говорит. Пророческое служение также есть служение Духа Святого, когда он в собрании может говорить к тебе, когда он может через чтение Писаний говорить к тебе и открывать лично для тебя какое-то откровение. И вот когда мы видим этих пророков, Малахии, он вообще задевает большой спектр вопросов, от церковного до семейного, до смены поколений. И Бог через этого пророка начинает им разъяснять и говорить. Вы говорите, почему вы не видите, почему ты не видишь наших жертв? Он говорит, потому что вы приносите нечистое, потому что у вас есть другие возможности, но вы эти возможности пренебрегаете и делаете так. И Бог отвечает им на их вопрос, почему в видимом у них проблемы с невидимым. Агей говорит, вы говорите, почему у нас нет результата, почему мы не успешные, почему мы не прогрессивные. Он говорит, потому что дом мой в запустении. И пророческое служение – это всегда глубокий анализ взаимодействия нашего с Богом, видимого и невидимого. Поэтому, когда мы говорим о развязывании узлов, первая мысль, которую я хочу четко оставить нам, нам очень важно понимать Дух Божий и быть открытым для Него, не успокаиваться, если мы сталкиваемся с невидимыми барьерами и просто продолжать делать. Иногда с людьми общаешься, говоришь, вы приносите десятины, да, вы делаете это, да, вы совершаете молитвы, да, но через годы у вас нету результата, да. А вы задумывались над этим? Нет. Вот я бы хотел, чтобы мы изменили эту порочную традицию не думать, чтобы мы учились слышать. Если что-то на протяжении продолжительного времени, я не говорю о месяце, о дне, даже о годе, я говорю, что иногда в процессе продолжительного времени мы не имеем того ответа и почему-то не задаемся вопросом. Я убежден, у Бога есть совет для нас, если мы будем искать Его и открывать свое сердце для этого ответа. В послании к Коринфянам 1, 14 глава, 24-25 стих, там апостол Павел рассуждает с церковью и говорит о важности пророческого проявления. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц, он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Церковь – это должно быть место, где мы способны соприкасаться со сверхъестественным Богом, который проницает наше сердце, который понимает нашу жизнь, который работает с нами на более глубоком, чем просто интеллектуальном основании. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы быть способными, как Иисус, я выше прочитал, «наблюдайте, как слушаете, аминь». Я убеждаю вас, старайтесь слушать Господа. Даже в простых общениях, и я много раз вам говорил, не обязательно нам кого-то поставить пророком, выделить Александра Анатольевича, поставить, сказать, вот пророк в нашей церкви, вставайте в очередь к нему. Дух Божий может действовать через абсолютно любое свое творение, особенно через человека. И человек неосознанно может говорить с тобою, и в общении с человеком в духовной атмосфере ты вдруг услышишь для себя тот ответ, который тебе нужен, и ты поймешь, это не человек сейчас говорил к тебе, сам Господь обращался сейчас к тебе. Если вы будете внимательно изучать Писание, у меня сегодня не тема пророчеств, мы обязательно займемся этим, но не сегодня, я чуть-чуть сегодня только задену этот вопрос. Если вы будете задевать и изучать этот вопрос в Библии, вы увидите, что пророческие молитвы, пророчества иногда произносимые, они не были произносимы как пророчество, но они потом становились пророчествами. Но об этом мы поговорим в другой раз. Итак,
Если мы желаем развязывать узлы, нам необходимо откровение Божьего взгляда, когда Господь объясняет нам следствие и помогает исправить последствия каких-либо ошибок, чтобы они были преобразованы. То есть это откровение Божьего взгляда на ситуацию. У человека свой взгляд. Человек всегда праведен в своих глазах. Даже Иов, праведник Божий, он имел свой взгляд на ситуацию. И Господь, когда пришел к нему, он показал свой взгляд. Он говорит: послушай, ты хочешь обвинить меня, чтобы оправдаться самому? И мы также поступаем. Мы говорим: Господь, я тебе даю, ты мне нет. Я молюсь, ответа нет. Это тот же самый алгоритм, человеческий, плотской, душевный, когда мы пытаемся свалить вину за какой-то невидимый барьер в нашей жизни на Господа. Я приведу такой банальный пример. Иногда общаюсь с пасторами по мере своей должности и служения как епископа и вникаю в какие-то процессы. И иногда пасторы говорят: у нас не хватает финансов в церкви для того, чтобы содержать церковь. Я спускаюсь к простому вопросу. Я спрашиваю: как у вас обстоит дело с бюджетом? У вас есть бюджетная политика, у вас есть стратегия развития, у вас есть понимание, у вас есть бухгалтерия, какие у вас есть механизмы для того, чтобы регулировать этот вопрос? И когда мне говорят, что механизмов нет, я говорю: подожди, прежде чем какое-либо откровение другое придет к тебе, тебе нужно заняться устройством. Мы иногда не понимаем простых вопросов, но сталкиваясь с каким-то невидимым барьером, мы пытаемся обвинить Господа. Господь, я же это для Тебя делаю, почему Ты это не финансируешь? Боже, Ты же мне эту жену дал, Ты же мне этих детей дал, теперь корми. Почему у меня проблема с этим? Когда мы видим что-то невидимое, сталкиваемся с этим, нам нужно, как Христос говорит, научись слушать жизнь, научись слушать обстоятельства. Вслушивайся в эту тишину Божьего молчания, чтобы тебе осознать, что Он хочет сказать тебе. И когда твой дух будет настроен слышать, ты вдруг в какой-то момент осознаешь: мне нужно что-то исправить. Это Божий взгляд на ситуацию, на процессы. В книге Малахии, когда евреи там спрашивали благочестивые: за что, Господи? Вы никогда не спрашивали так? За что, Господи? Он говорит: за завет, который обливается слезами. У Бога есть ответ. Это не то, чтобы Бог ломает голову над ответом, у Него есть ответ. Он больше думает о том, как донести до тебя, когда ты так глух. В одном из мест Он восклицает через пророка: кто так глух, как раб мой, как сын мой? Когда мы становимся неспособны слушать Его, иногда Он употребляет ослиц, чтобы бедные животные начали говорить человеческим голосом. Я не знаю, какой это был стресс для животного заговорить человеческим голосом. Я не понимаю этого механизма, как это вообще возможно реализовать, но уже не было другого пути, чтобы с кем поговорить. С пророком, слушающим Господа. Наблюдайте, как вы слушайте, перестаньте обвинять Бога, попытайтесь увидеть, понять, осознать Его взгляд. Так и псалмопевец Асаф, я много раз приводил это, когда он говорит: я смотрю, нечестивые процветают, в моей жизни этого нету, но вошел в присутствие Божье, осознал Божий взгляд, и его понимание изменилось, пришли ответы. Давайте поспешим дальше. Послание к римлянам, 1 глава, 19-20 стих. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассмотрение творений видимы, так что они безответны». Здесь так просто и так ясно написано. «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть, если мы будем внимательны к тому, что происходит вокруг нас, у нас есть возможность осознать Его Божество, Его невидимое величие и Его силу. Дорогие, давайте будем внимательны к тому, что происходит с нами, и не будем пускать на самотек нашу жизнь, но будем вникать в те дела, которые нам доверены. И если что-то идет не так, будем задаваться вопросами, потому что ищущие находят, аминь. Если мы перестали искать, нам нечего и находить. Нам нужно продолжать искать ответы, быть пытливыми в своем уме и стараться понять действия Духа Святого. Когда мы пытаемся вникнуть и задаемся этими вопросами о причинах, очень всегда Господь отвечает нам. Я хочу еще прочитать одно место из Писания. Это послание 1 Коринфянам, 6 глава, с 15 по 20 стих. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». И здесь я перехожу к следующей мысли. Я хочу теперь говорить о согласии, о силе согласия. Связь – это согласие, а согласие оно или развязывает, или связывает. В данном случае апостол Павел противостоит духу блуда, и он говорит, неужели вы не понимаете этой простой вещи? Если вы совокупляетесь с блудницей или с блудником, вы становитесь одно, то есть буквально – весь багаж проклятий, который есть в ней или в нем, это становится вашей частью. То есть теперь не только она или он ответственны за это, теперь ты ответственен за то, что ты не делал по причине совокупления или согласия, или того, что ты стал единым с этим. И ты задаешь вопросы, откуда у тебя проблемы в жизни. У тебя проблемы в жизни, потому что ты связал свою жизнь в духовном мире с тем, от кого ты нахватался того, что будет твою жизнь разрушать. И Павел дальше спускается в этой мысли и доходит. Он говорит, неужели вы не понимаете, что вы храм? То есть суть вашей жизни – это храмовость. И храмовость – это глубокое понимание. И сегодня, опять же, нет у меня времени говорить о общем дворе, о святилище, о святое святых. Я лишь уйду к ковчегу, к месту откровения. Он говорит, неужели вы не понимаете, в вашей жизни заложен потенциал откровения? В вашей жизни заложен потенциал жертвы? В вашей жизни заложен потенциал общения? Если вы этого не понимаете, тогда вы еще не духовные, вы еще душевные, ваша мудрость, она еще душевная. Если вы осознаете этот потенциал, вы будете очень внимательно относиться к тому вопросу, с кем вы связываетесь. Потому что если вы соглашаетесь с чем-то, что несет в себе потенциал разрушения и проклятия, вы будете этим связаны. Если вы соглашаетесь с порносайтами, если вы соглашаетесь с какими-то непристойными или одержимыми фильмами, с какими-то праздниками, которые несут в себе, извините, откровенную бесовщину, если вы с этим совсем соглашаетесь, если вы это пускаете в свой мир, вы должны вспомнить, вы храмовость. И ваш храм, он будет или капищем для идолов,
или местом откровения Божия. У вас есть место, святая святых. Это ваш дух, это ваше соединение с духовной жизнью. Это то, что соединяет вас или с миром осуждения, или с миром оправдания и благословения. С каким миром связываетесь вы? Апостол Павел говорит, это решение за вами. Кому вы себя покоряете? С кем вы имеете общение? Сила согласия, она определяет содержание или контент, чем мы наполняемся. Именно это и будет определять последствия. Если наше содержание не от Бога, то, соответственно, и последствия в нашей жизни не Божьи, не то, что мы ожидаем. Христос сказал однажды очень просто. Он говорит, поймите простую вещь. Когда вы говорите о терне, он не может приносить смоквы. Он говорит, есть соответствие рода и плода. Если вы наполняетесь этим родом, вы будете иметь эти плоды. Если вы наполняетесь этим, вы будете иметь эти плоды. Поэтому, когда мы рассуждаем о себе как о храме, внутри которого есть согласие, есть таинство, есть взаимоотношения, где мы осознаем, что мы куплены, и сегодня мы будем это делать, вспоминая страдания и воскресение Господа нашего, вспоминая ту цену, которая заплачена и которая искупила нас, если мы Ему принадлежим, то это место откровения, ковчега, это место поклонения Ему, освящения и таинство, связанное с Его Словом. Там мы ищем ответов от Него. Церковь – это также место таинства, где откровения Духа проявляют невидимое и объясняют неизученное. Евангелие Матфея, 18 глава. Я прочту несколько стихов. У меня отрывок с 15 по 20 стих, но я прочту чуть ниже. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Очень интересный отрывок для размышления и рассуждения. «Я посреди них». Когда мы думаем об этом отрывке, иногда мы переворачиваем его. То есть как бы Христос становится заложником двух или троих. Если вас двое или трое собрались во имя Мое, то Христос как заложник с нами. А если эти двое или трое еще согласились, то у Бога вообще выбора нет, Он теперь обязан делать то, что эти двое или трое согласились. Это неправильная трактовка. Для того, чтобы понять эту трактовку, нужно вникнуть в то, что Христос говорит. Первое, Он говорит, «Я посреди тех, кто собран во имя Мое». Слово «имя» буквально на греческом обозначает Его природа, характер, положение, интересы, желания, дела. То есть, когда Христос говорит «во имя Мое», Он имеет в виду, если вы собраны осознанно, чтобы Моя воля происходила, Мои дела совершались, чтобы Мой характер проявлялся. То есть, если вы своим собранием являете Мою суть, тогда Я буду среди вас. Слово «Мое», которое здесь употребляется, буквально обозначает «принадлежащий Мне, Мой собственный». И изучая Писание вот с этой точки зрения, ты понимаешь, когда Христос говорит, где вас двое или трое во имя Мое, Он имеет в виду там, где Мои люди, которые Мой характер, Мою волю транслируют. Не свою волю, плотскую, душевную, греховную. Давай согласимся. Но это не то, о чем говорит Христос. Он говорит, если вы собраны являть Меня в этом обществе, имеете Мою волю посреди себя, тогда то, что происходит у вас, я буду в согласии. Можно сказать или проиллюстрировать более понятно через Деяния апостолов 15:28.
Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Это вопрос о воцерковлении язычников. И здесь апостолы ясно говорят, вообще они там совещались, у них было долгое совещание, по этому долгому совещанию они говорят, угодно на первое место ставят Духу Святому. То есть они подтверждают, что все их рассуждение, все их собрание, все, что они делали, оно было вдохновлено Духом Святым. И я хочу вам сказать, если мы вдохновлены Духом Святым, и мы собрались двое и трое, и то решение, которое мы выносим, оно вдохновлено Духом Святым, тогда это согласие, оно войдет в согласие с небесами, и оно будет производить. Но если Дух Божий не вдохновляет это, не обманывайтесь, мы не занимаемся оккультизмом, чтобы как-то кого-то связывать или кого-то развязывать. В другом месте, я не буду зачитывать эти места, Павел исполняется Святым Духом, и когда он исполняется Духом Святым, волк ослепляется. Вообще, когда мы думаем о исполнении Духом Святым, мы часто думаем только в вопросе утешения или в каких-то других вопросах, но иногда Дух Божий, он наполнял служителей для того, чтобы вдохновить их, сделать какое-то взыскание на людей, запутавшихся, которые идут уже абсолютно в неправильном положении. Так апостол Павел и в послании Коринфянам, он говорит, я уже принял решение, то есть он говорит, я уже вдохновлен Духом Бога, чтобы такого, сделавшего такого, общее с вашим Духом, предать сатане во измождение плоти. Он говорит о взыскании. И вот то, о чем говорит Христос выше, когда Он говорит, если вы положите на кого-то взыскание или наоборот кого-то будете рукополагать на служение, если это вдохновлено моим духом, в этом моя воля, мой характер и так далее, тогда я в согласии с вами буду ставить определенную печать на этом человеке, которая или будет ограничивать, модное слово сегодня, санкции небесные будут над этим человеком, или наоборот, у него будет благоволение и продвижение в том невидимом мире, который окружает нас. Когда мы думаем о печатях, это немало об этом также говорится в Писании, нету времени читать, но книга Откровения, 7, 9 глава, в 7 главе там говорится о 4 ангелах, которые должны запечатлеть, и там написано, чтобы не было вреда, должны запечатлеть рабов Господних, поставить печать на чела их, саранче в 9 главе там тоже говорится об этом, чтобы она не трогала тех, которые отмечены Господом. Для нашего ума это непонятно. Это сокрыто от наших глаз, но для этого Библия и показывает, и открывает нам одно из таких непонятных мест тоже для восприятия интеллектуального, например, покров на жене для ангелов. Как ангелы разбираются? Вы знаете, размышляя над этим, я думал, что есть что-то, что запечатляет нас, оно как невидимое. Но в каких-то определенных ситуациях, в каких-то определенных процессах, в каких-то моментах оно вдруг проявляется. И для небесного творения оно становится очевидно. На этом парне взыскание, а на этом благословение. И одна из историй пришла мне на память. Это Сара. Когда Авраам со своей женой пришел в Египет, понял, что у него красивая жена. Видимо, нам иногда надо заходить в Египет, чтобы понимать, что жены у нас красивые. Он говорит, слушай, у меня будут проблемы из-за тебя. Скажи, что ты моя сестра. Она уже фараону приглянулась. Не знаю, кто больше обрадовался, Сара или фараон, или Авраам. Но вот такая троица там получилась в книге «Бытие». Но когда фараон, все было хорошо, все было тайно, ничего не было видно, но когда фараон захотел войти, начали действовать ангелы, начались проказы, начались поражения, начались проклятия, потому что на Саре был Божий знак.
И когда фараон, не видя этого знака, попытался что-то сделать, началось действие невидимого мира, который начал защищать святой брак, который должен быть однажды воспроизвести великое семя, через которое придет и Христос Господь. Это такая короткая иллюстрация, чтобы мы понимали, что есть определенный знак, есть определенное знание в небесном мире, и когда думают люди, ну, меня здесь поставили на взыскание, да, я в другую церковь пойду. Иди ты хоть в какую церковь, хоть какой конфессии, пойми, есть нечто небесное, что ты можешь преодолеть только путем откровения от Бога, которое придет в твою жизнь, приведет тебя к смирению, к покаянию, осознанию, исправлению, и тогда что-то с твоей жизни уйдет, и какие-то невидимые барьеры для тебя откроются. Давайте прочтем еще одно место. Это второе послание Тимофея, 2 глава с 18 по 21 стих. «Которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру, но твердое основание Божье стоит, имея печать». Для себя подчеркните, имея печать сию, познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Мы хотим быть благопотребными владыки, годными на всякое доброе дело. Аминь. Мы же хотим, чтобы Бог через нас совершал чудеса и в нашей жизни совершал чудеса, чтобы Бог благословлял нас и чтобы мы были в благословении для других. Мы хотим быть не в низком употреблении. Мы не хотим быть ночной вазой. Мы хотим быть дневной вазой, когда во свете делаются дела Божьи, и эти дела Божьи, как написано, прославляют нас в послании к римлянам. Для того, чтобы быть в почетном, высоком употреблении, апостол Павел говорит, вот те люди, которые несут ересь, на них одна печать, но те, которые говорят истину, на них другая печать. Он говорит, стоит печать Божья сия, познал Господь своих. Я помню, в младенчестве нашей церкви некоторые люди задавали вопрос, ну как это пастор за всех отвечает? Да он, может быть, и всех не знает. Послушайте, я могу всех не знать. Бог знает, за кого с меня спросить. Мы должны понимать, что нашим умом мы не можем постигнуть невидимый мир. Мы можем только согласиться с Божьим Словом. И если мы соглашаемся с Божьим Словом, мы видим, что есть некие невидимые процессы. Я поспешу дальше, чтобы последнюю мысль вам оставить. Послание 1 Коринфянам, 10 глава, с 15 по 21 стих. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которой благословляем, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, и все причащаемся, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Общение определяет вектор развития. До этого мы с вами поговорили о согласии. И последняя мысль – это общение. С кем мы имеем общение? Я имею в виду духовный мир. Потому что духовный мир транслируется в нашу жизнь через оккультное, через грех и проклятие, через Божие, через Слово и служители. И апостол Павел как раз говорит о причастии. Он говорит, если мы имеем эту трапезу, мы имеем общение с Богом. То есть
Если мы подумаем, то в принципе прямого же общения не происходит, когда мы берем хлеб, кушаем, пьем от плода виноградного. Но Павел называет это приобщением, а приобщение он называет общением. Если мы к чему-либо приобщаемся, это можно назвать общением. Поэтому апостол Павел говорит: «Не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Другими словами, не приобщайтесь к тому, что несет в себе оккультность, что несет в себе проклятие, что несет в себе небожье. Не приобщайтесь к этому. Удаляйтесь от этого, чтобы вам быть общниками тела Христова. Когда ковчег захватили филистимляне и попытались внести его в свое капище и сделать его просто одним из религиозных элементов поклонения лже-богу, то ковчег разобрался с этим идолом и явно показал, что так не будет. Или ковчег, или идол. Если мы хотим просто прийти, принять хлебопреломление, взять такую как бы святую ноту однажды в месяц, дотянуть святую ноту однажды в месяц, это не принесет нам результата. Потому что общение – это есть приобщение. Мы не только приобщились того, что мы сегодня будем делать, мы приобщились к церкви, мы приобщились к слову, мы приобщились к откровению, служению, мы стали соучастниками движения Духа Святого, потому что, когда говорится о теле Христовом, говорится, как угодно Духу Святому, Он расставляет дары свои. Аминь. Прославление, пожалуйста, выходите. Мы будем завершать и будем молиться. Последнее место, которое я хочу прочитать, это первое послание Петра, 2 глава, 9-10 стих. Некоторые знают его наизусть. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Вообще, Петр цитирует книгу пророка Оси, где пророк словом Господним обращается к народу и говорит: «Вы были не помилованные, но теперь, говорите, помилованные». Вы были не народ из-за грехов и проклятий, которые вы впустили, но ныне говорите народ. И вот последняя мысль, завершая сегодня проповедь, я хочу сказать, есть время, когда мы не находимся в благодати Божьей, когда мы выпадаем из благодати Божьей, или, может быть, вы еще вообще не вошли в благодать Божью, и мы несем на себе эти невидимые барьеры, которые свидетельствуют небесному миру. Не народ, не помилованный, не благословен, но благодать Божия Иисуса Христа не по делам нашим, но по великому откровению Его приходит к нам, обращая наши сердца. И когда от Него приходит это определение, и мы вдруг понимаем, мне надо это изменить, мне надо в этом покаяться. Или какое-то испытание приходит, и ты с терпением проходишь это испытание, то, что приходит с небесного мира, оно начинает менять твое определение. Когда ты послушен голосу Божьему, это начинает менять определение, это приносит в твою жизнь обетование. И Бог говорит: послушай, с этого дня, с этого момента, с этого процесса все меняется. Та печать, которая была на тебе, она больше не действует. На тебе сегодня новая печать, откровение Святого Духа. Ты помилованный, ты народ, ты царственное священство, ты благословен, когда откровение от Бога преобразовывает нас. Поэтому так важно нам открывать свои сердца перед Богом и позволять Господу говорить к нам, не быть материалистичными людьми, которые не понимают духовной ценности, но знать, все мы однажды войдем в невидимый мир, и книги будут открыты, и печати будут проявлены, и кто его будет с ним. Важно нам быть его.